Ну вот, сегодня у нас среда, 15 июля. Это саманный домик. Здесь вот у нас ушли после обеда собирать черемуху. Сейчас посмотрим, сколько они там насобирали. И как у них вообще этот процесс происходит с помощью Божьей. Сегодня они с утра, вот, Владимир Юрьевич с ребятами перебирали картошку с погреба. Вот они, ростки лежат. Молодцы. Спаси Христос их. Вот сейчас здесь они собирают черемуху. Вот. Да, я сейчас с вами бежала. Все, зря бежала? Да. Почему? Не знаю. Уходить. Уходить хотят? Ням-ням. А вон это ниже. Вон он. Мы на ветку залезли. Везет тебе. Он Сема тоже. Сидит словно соловей. И птица где-то из среди ветвей издает голос свой. В Писании сказано. Это старая ветка еще. Не дошли до этого, надо отпилить ее. Она вообще засохла, черемуха. Ух ты, а ты один нас собрал? Да. Молодец. Я просто не кушаю, и все. А зря. Все не кушаешь. Хотя, может, и хорошо, много не собираешь. Да. Предоставить свои котелки. К осмотру. Я уже отсыпала. А, ты отсыпаешь? А кому? Игнатьку ночью? Нет. Катя. Катя? Да. Я уже, ну, набрала одну. Так. А ты у нас отрок сколько насобирал? Ты один или тебе сыпали? Один. Один? Молодец. Вот так вот. Черемуха, она полезная. Очень даже. Но много ее есть нельзя. Иначе не сходишь куда-то. Так. Ух ты, сколько у вас темных. А если тогда надо наклонять, большое даже наклонить, дугу сольешь, оно не сломается. Ветку, пожалуйста. Угу. Сейчас. Спаси Христос. Слава Христу. Аккуратнее с ведерочком. Все, полно. Тебе какое, первое это или второе? Это первое. Подержите, пожалуйста. О, держи-то. Ветку. Я же делом занят. Поглощением ягод и съемка. Пожалуйста. Конечно, пожалуйста. У меня работа ответственная. Сколько черемухи еще. А вот с соседем, который наклонилась, мы договорились, что это их черемуха. А то, что малина вот у них там к нам за забор выросла, это значит наша. Как бы честный договор. Нравится черемуха? Нравится черемуха, нет? Это вот бузина растет. Эти ягоды есть нельзя.
Эта черемуха была старая, она обновилась. Угу. Новые-то отростки. Там центр, еще, по-моему, ствол вон там старый, он обрезанный. А, старый обрезанный? Угу. И от нее такие в стороны идут. Вот я говорю, да-да-да. Вон старый. Да. А вон он бы только в кабинете делать, чтобы вы закупали. Можно? Первым? Да. Можно. Спасибо. Это надо, чтобы вас сестры согласились старше. Да, да, обязательно, конечно. Кто-то с вами должен идти. Я согласна. Ну да. Слава Богу за все. Аллилуйя. Вот продолжаем собирать черемуху. Откуда она? Теперь посмотрите, вот соседи растет. Да. Она пустила корни, и у нас выросла малина. Благодаря соседям. Но это наша земля, и поэтому мы ее и увидим. Дальше. Вот отсюда, если подойти, дядя Володя. Вдоль ограды посмотреть. Наша черемуха разрослась. И ветки туда пустила. Я сейчас пошел к соседям, они хорошие наши соседи, и сказал, вы придите, вас черемухи нет, и заберите. И там он дальше еще одно дерево, оно наклонилось и ветки туда пустило, там сильно, так называется, рясно, много. Заберите. Пособишь? Да. Хотя у нас тут корень другой, другое. Я говорю, не ломайте, деревья не гните. Вот сейчас покажу один урок. Тут с детьми осталась Надежда Васильевна. Вот посмотрите сюда. Ой. Видите, вот, что такое? Да. Что такое? Оторвалось. Что оторвалось? Отпала вот ветка. Это вот оторвалось. Что оторвалось-то? Ветка. Еще не видишь? Ветка. Вижу ветка. Но это другое. Оторвалась. Потянули, а куда она пойдет? Она прямо на разрыв идет-то. И он можно только на ту сторону было. Сразу оторвала. Оторвала и начали придумывать. Ну еще, что она дало-то? Марли. Поэтому мы многое портим жизнь от неумения. От нежелания лучшего. Что-то делаем, где-то рубим, варим. Лишнее, яйца вкрутую, смятку не умеют варить. Картошка переваренная. А нужно с сырью немного делать. О, простите. Вот оно где. Видите? А на ней было столько ягод, вон, смотри, сколько вверху. Да. А сейчас она наполовину ослабленная, тянуть нельзя вообще, трогать ее. Вон, смотри, сколько летит голубей. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Восемь, как-то летят искорчено, 15 километров. Там нету фермера, говорит, сейчас питаться негде, и они у дяди Игоря питаются. Вон они прилетели, вон над этим. О, на крышу сели. И с той стороны прилетают голуби. Мимо и летят тут Симаковский, Костровый пруд. Они напьются и полетели дальше. Ты понимаешь, что я говорю? Перескажи, что я сейчас рассказывал. Иди сюда, поближе. Они летают, едят. А? Летают, едят. Я про это вот говорил. Про это что я говорил сейчас? Что она отломлена, на излом идет. Не только отломлена. А что, не в ту сторону тянули, отодрали. Она прям сюда наклоненная, и она, видишь, как прилеплена-то. А туда она бы не оторвалась. Тем более, если бы связали. Ты тоже ничего не понял. Теперь гляди, вот вы ходите, а сколько здесь у нас все здесь... Матерь здесь брал. Гляди, целые кисти. Целые прямо кисти, вот они где. Гляди. Пятый раз, наверное, уже возвращаю. От этого здесь не трогайте. Они могут дотянуться, вот. Соседи возьмут. Вот сколько. Только обернусь, этот отрок уже опять берет здесь черемуху.
Не бери, мы отдали ее. Смотри, сколько есть. Вот так подошел, глаза закатил, развернулся и опять туда. Это что? Я его опять останавливаю. Друг, не надо трогать. Мы отдали соседям эту черемуху. Вот, смотри, как она низко, полно. Бери. Пока я разворачиваюсь, гляжу, он опять стоит, уже жует там. До 5 раз отгоняю, не могу. Я не поверю, что это само по себе. Это какая-то сила. Ветер дует с обратной стороны оттуда, а вас гонит туда. Значит, ветер не виноват. Зачем ты тут берешь, когда я тебе сказал не брать? Я соседям это отдал, хорошие соседи. Все, он ничего не может сказать. Это не трогать. Они достанут. Это вкус наклонился хороший. Стоит и спрашивает, что спрашивает? А когда домой пойдем? Другая подходит, здоровая девица, вот она где-то. Устала, пора идти. Ну что это такое? Черемуху сорвать. А то те годы у нас высокие лестницы были ставили. Ребята как к обезьяну лазили. Компьютерные игры играл? Только в телефон. Да какая разница? Поэтому разума нету. И компьютерные игры хуже наркотика. Играл? Да. Играл. Разговаривать даже не умеет. Так, играл? Играл, все. Он превратился в компьютер, больше ничего нету. С ним разговариваю, с чего, как. Я говорю, ты сюда не иди. Он прет на меня сюда. Остановись, я его не могу остановить. Он как трактор жмет, ну. Это не я, это Сева. Не ты? Брат. Ну, нет, брат у меня. Это есть такая, как сказка у Льва Толстого, там бесенята были, бесы. Он опять, а ты попался? Да не я, это мой брат был у тебя. Где брат-то? Вон. Подойди. Ну-ка, иди сюда. Можно вам выступать ягоды? Да, тут еще нет. Давайте сейчас мы проголосуем. Будем еще брать или уйдем? Главное слово за Володя маленьким. Хорошо. А что я? Пожалуйста, будемте купаться. Будем. Будем. Нет. Так, дядя Володя большой. Давайте пособираем еще. Ну сколько? Полчаса. Что полчаса? Аминь. Аминь. Все, больше нет. Вопросов нет, не разговаривать, приступаем к тому, что мы же это берем-то на варенье. А там раздаем мы бабкам разным и кому-то. Люди соберутся, на стол выставляются. Без 15... Я раза два, может быть, еще подчеркнул за зиму, ложки две, больше без 15-4 от него запоры. Да. Еще что делаешь? А ты еще делаешь? Не видал, что он делает? Так хотел сделать. На глаза. Он ручку чуть не отломил. И все время ведрами играют. И тут ведра друг от друга стукнули, два ведра разлетелось. За ручку. Я родителям начислил, они заплатили. Так. Расходитесь. Чуть не сказал, расползайтесь. Вот где можно подойти. Вы ничего не нагибайте. Жучки. Расползай. Подними там, смотри сколько. Так, расходитесь. Маша, ай, дури. Вот здесь вот очень хорошая. Вот, гляди какая, гляди. Максим, гляди какая. Вон, Максим отдай. Максимушка, иди. Смотри, сколько черумов. Смотри, сколько много-то. Иди сюда рядом с ним, бери. Я полез в глубину. Давай. Пойдем когда мимо, не махать ведрами. Зайдем под тополем дом, и там это малина крупная. Ну все. Ну вот так вот. Вот будет и все. Маша, у тебя ведро-то больше, кому ты сыпишь? Вот, чуть-чуть. Полчаса всего. Да. Полчаса и уходим сразу. Маша, ты можешь постоять 2 часа? Нет. У меня один мальчик тренировался. Отрицательно. Стоял на охране 2 часа. Отрицательно. Его даже не заметили, он в статую превратился. Мимо его же проходили. Да. И потом он, мы уже закончили, он вообще стоит, продолжает. Он говорит... Он не говорит, ничего ему не разрешалось. И он вот так показывает, Вадимович, можно еще постоять. Три примера. Я 3 часа стояла. Так что, у него рекорд был. В 14-15. Слава Богу за все.